Кенийские рыбаки на озере Виктория снова при деле. Из-за эпидемии коронавируса в страну прекратились поставки более дешевой рыбы из Китая. Это и сыграло на руку кенийцам. The fishermen are really now smiling. Рыбаки, промышляющие на озере Виктория, сейчас по-настоящему рады, поскольку стало больше покупателей. Пляж Дунга переполнен жителями Кисуму. Они приходят за свежей рыбой, поскольку из-за коронавируса боятся покупать замороженную рыбу из Китая. В 2018 году Кения закупила у Китая замороженную рыбу на 23 миллиона долларов. Местные рыбаки жаловались, что это задушило их бизнес. Раньше они продавали менее половины улова. Остальное съедали сами, обменивали на другие товары или просто раздавали. Теперь рыбаки продают почти всю пойманную рыбу. При этом цены на нее уже поднялись. В озере Виктория обитает более 100 видов рыбы.